С вами компания «Электромотор». Сегодня будем обозревать еще одну новинку на рынке Украины. Это система аспирации, бытовая, пылесос от компании «Шепах». Моделька у нас называется «Шепах HD2P». В общем, очень необычный для нашего рынка вид системы аспирации. Внешне выглядит как небольшой чемоданчик. Причем производитель позиционирует это как 3 в 1. То есть она не просто подсоединяется к станкам бытовым, кроме того, может работать как пылесос, кроме того, может работать и как надув. То есть есть приспособы. Вот здесь вот я покажу на коробочке, потом откроем, посмотрим, что внутри. Можно надувать матрасы, можно надувать различные другие вещи. Вот есть комплект насадочек. Давайте посмотрим поближе, что мы посмотрели на коробочке, какие у нас есть насадочки, мешочки. Ну, в общем, насадки обыкновенного пылесоса. А теперь посмотрим здесь. То есть внешне конструкция выглядит: удобная ручка, пластик, сверху удобная кнопка включения, можно, если стоит на полу, тупо нажать ногой и включить ногой. Внутри открываем наш супер чемодан. Значит, пока открываем, расскажу по техническим характеристикам. 1250 ватт мощность, на вдув у нас идет 1200, 120 метров, на надув там немножко меньше, это 60. Так, что у нас внутри? Здесь вот мы видим большой шланг для подключения к станку и к, допустим, к различным станкам и подключения сюда к пылесосу. Здесь тут различные насадки. Тут, видите, просто можно пылесосить. Стандартные насадки, как в любом бытовом пылесосе. Для каких-то трудодоступных мест. Ага, это у нас получается для того, чтобы надувать матрас, надувать какие-то вещи. То есть вещь, которая, грубо говоря, закроет все бытовые потребности не только при станке, но и в быту. Вот, посмотрите поближе, тут у нас есть мешочек. Он подключается, грубо говоря, вот на такой вот патрубок. И есть емкость, куда это все накапливается. Мешок достали, вытряхнули и, пожалуйста, работайте дальше. В этом отсеке, я так понимаю, стоит электродвигатель, который создает разрежение, и сама, от которой работает сама система аспирации. Обыкновенная вилка. Розетку 220 вольт, повод длиной 1,3 м. В общем, посмотрите поближе, как оно все выглядит. Очень достойная вещь, очень необычная вещь. Очень советую в любую мастерскую, столярную мастерскую. Кто не готов, у кого нет системы аспирации, кто не готов к этим большим бочкам, такое вот бытовое интересное решение. Присмотрите, цена на рынке очень недорогая. Так, давайте еще посмотрим. Все сделано из пластика. В общем, мотор, пластиковый пылесос, он же стружка-отсос. По цене. Цена на сайте у нас рекомендованная, розничная. Если вы смотрите наши обзоры, всегда применяйте промокод на все станки в этом году, в следующем году. Промокод станки 2020. Сделали заказ, в корзине есть добавить промокод. Добавили промокод, цена автоматически 5, 10, 15, 20, 50% пересчиталось. Смотрите обзоры, значит, будете покупать дешевле. Если какие-то сложности, набрали менеджера, говорит, я знаю промокод, помогите мне получить дополнительную скидку. Компания «Электромотор», с нами покупать выгодно. Мы официальные дилеры компании «Шепах». Бренд немецкий, качественный, реализуется во всех европейских магазинах, в том числе и в Германии. Очень советуем. Контактный телефон для покупок в Украине 5300 38.